День добрый! На связи МК Баски! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Первую довольно неплохую и интересную под названием Европа Универсалис 4. И это у нас уже с вами 34-я часть прохождения за мощную, великую, сильную и самую лучшую в мире страну под названием Великобритания, The Great Britain. Да. Теперь она уж точно самая сильная и самая лучшая. Это просто здорово. Восстановиться теперь после всей этой жопы будет вообще идеально. Ага. Ну, потихоньку национализируем. Чё? Чё? До хрена субъектов хотят на залыжи нести. Справжние на залыжники. Так. Ну, давайте тогда вас немножко успокоим. Кого можем. Перу. Может, не надо с пошлинами увлекаться. Ну, вообще-то надо, ну, можно и не делать этого. Надо какую-нибудь маленькую победоносную войну развязать. Сейчас уже все в норме. Ну, можно с Лундой покончить, Килву как раз умотать, потому что наша коалиция против нас. А давайте. Да, Рунд. Крутая у вас армия, 14 тысяч. А, стоп. Ну, тут, в принципе, справиться. Наш он бесплатный, теперь давайте сюда. У вас теперь прямо отсюда пойдем. Угу. Ну, в принципе, тоже можно рубить. Чтоб побыстрее пришли. Угу. Ну да. Так, Винланд, я смотрю, разматывают. Это тоже просто здорово. Здорово, 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 здорово. Все просто здорово, все просто отлично, все просто замечательно. Да. У Килла какая там армия. Ай-ай-ай-ай. Ни хрена. Это что, у Килла такая армия? Откуда у вас такая армия? Что-то у вас... Я думал, вы будете попроще как-нибудь. Вы же уже как бы... Ладно. Что, ну эти простые чуваки, бегом. Я думал, вы попроще будете. А с другой стороны, я вас сюда отправил. Нахрен вас сюда отправлять. Идите лучше сюда. Так, репетицию мира еще можем. Да-да-да, конечно, хоть это... И дорого, но это копейки для нас из текущей экономики. Чё, командира нет? Топа-топовей. Даже вот так вот сразу. Ога. А вас сюда и вам командира какого-нибудь. В принципе, марш. Уже можно отрубать, наверное. Ога. Ну, они все равно отставаем. Варвары. Хотя не особо уж и отсталые. Но тем не менее, так, Скилва, на каких условиях я? Что я от тебя хочу? Перемычку вот здесь вот хочу, вот что я хочу. Это, наверное, дорого будет. Союзной страной их не назовешь. По определенным причинам. Ха. Ну, в принципе, уже неплохо. Неполная перемычка, но тем не менее. Крепости у вас каких уровней? Вторых. Ну, в принципе, можно и не брать. Ну, давайте побережье добирать, где сможем. Вот как-нибудь так. Ну и крепость Зимбабву взять. Ну вот такие вот условия мира меня, думаю, устроят. Киллу ослабим окончательно. Выход к морю получим тут. Прорубим, я бы сказал бы даже. Угу. Кстати, Лангу заселили. Лангу. 1-1-1-3. Скот. Подождите, тут же уже все тихо, как бы тут тихо. Сюда еще не прибыли. Ничего, несколько войн, и все будет чики-пуки. Да, что-то они, смотрю, там союзы перезаключают. И хрена. Че, Афар тоже хочет незалежности? Ну вы типа лояльными должны быть. У вас союз... Ни хрена у вас союзов, Австрия! Австрия, ты куда лезешь? Ты нам лояльна. Может присоединить ее уже нахрен? Ну, не знаю. Блин, да они все в союзах. Юка не в союзах, только Луизиана в союзах. Колумбия в союзах. Ну, вы, наверное, даже смотреть не стоит в союзах, конечно. Охренеть, охренеть. Ну, это хоть не из этих? Нет, они не из этих. И они не из этих. Нет, они из этих. С Тунисом. И ты хочешь... А где у нас дипломаты? Так, Антхра, в принципе, уже отзовем. Надо бы Тунис присоединить, хотя Тунис еще свою роль не выполнил. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Тунис тут еще земли забирать и забирать.
А Фар, в принципе, свою роль выполнил. Хотя его можно было бы, да, отожрать его, да, откормить. Ну, в принципе, он свою роль выполнил. Я бы так охарактеризовал это. Ну да. Так, ладно, война. 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 Война войновна. Вас сюда. Откуда у него такие армии? Не знаю, подрубает что-то. Малим. Ну, в принципе, земли хорошие. Так, малим переделали. Давайте сюда, мбату. Угу. Донго. Угу. Бенгуэла. Такс, такс. Здорово. Ага. Так, стоп. Маратбан, Мартабан. Мартабан. Угу, в торговую. Сюда давайте. Фу-ху-ху. Так, Тумбука. Просто хочется с Африкой разобраться, чтобы потом с ней к ней как бы не возвращаться. Ну, полностью, конечно. Вы нарываетесь. Опасно, я знаю. Но они нарываются, они варвары. Блин, они такого уровня высокого, но до сих пор племенная монархия. Это же так сложно. Ну, им больше нравится такая она. Да вообще изи. Вы у нас административная монархия. Хорошо, что хоть не конституционно, а то это был бы вообще пипец. Уга. Конституционная демократия. Угу. Ога. Такс. Перемирие стекло с вами. А давайте прям сразу и кинем. Да, в принципе, это не сильная страна. По за агрессивку переживать не стоит. Много тут она не даст. Разве это сила? 10 тысяч. У кхмеров, наверное, точно так же. Кстати, это хорошо тоже, потому что кхмеры... Во-первых, они, по-моему, не в коалиции или в коалиции. По-моему, нет. Ну, не суть. Не надо этого делать. Может, ну не надо? Не надо? Ну, ладно. Если хочешь, то давай. Но я бы не советовал. Это нам не очень выгодно. Так, Килва, сколько счета уже? Килва! Килвашечка, Килва. Ну да. Так, ну что? Ну тут мы сольем, конечно. С хату переделали, здорово. Уже можем в торговую? Да, конечно, Усть-Илим, да. Да, го в торговую. Идите дальше. Все, включим в торговую. Компанию. Ога. Короче, понятно, все, не продолжает ничего. Транспортировщики хрена. Стойте, порече. Угу. Угу. Угу, на подходе, здорово. Сюда. Сюда. Угу. Тварь. Натура рабы. Не хочет. А я хочу. Сейчас распинаю вас. А, Занзибар еще. Что он себе позволяет? Ну это наглость. Где тут наш флот? Боевой флот тут, вот он. Кстати, мы его не юзаем. Так, так, так. Ну пока сюда пройдем. Какая нахрен разница. Маратхийские. Ну это ничего страшного, это ожидаемо. Это вполне ожидаемо. Ай. Защитите. Чё эти ворота себе позволяют? Хороший вопрос. Все, марш, выбирайте. Они вам уже больше ни к чему. Ну да. Так, с тобой хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Угу. Здорово. Угу. Рабан взяли. Хорошо воевать сразу на два фронта. Лоло.
Угу. Сколько оно? 200. Блин. Стабильность максимальная. Ну, бабло выбейте, что ли. Что ли? Чтобы не пропадало уж совсем. Флот где? Угу. Угу. Такс. Кто там у нас? Ага, Хмера. Смешно. Это вся их армия. Ну, может, не все, может, еще такая же. О, вообще здорово. Слоновая кость, хорошо. А, ну он разберется. Сулу переделали, круто. Угу. Да, нельзя пока. Тогда тут вроде бы все попеределано, что можно переделать. Вроде как, да. Молодцы, колонизируют Таранаки. Ну, хотя бы земли для них бы перевели, для Австралии. Ну, вы чё? Ну, ладно. Так, хорошо, давайте сюда. Так, работают, работают. Ну, на всякий случай. Ну, хотя, думаю, справятся. Угу. Хватит. Чуть-чуть осталось. Все на подходе. Зинзибар возьмите. Не надо брать Зинзибар. Бату переделали. Тоже круто. Давайте. Ага. Так, стоп, стоп. Стоп, не надо туда идти, не надо. У меня есть идеи получше. Угу. Угу. Ладно, ничего страшного. Это ожидаемо. В такой войне это ожидаемо. Все равно успеем все заселить. Сплотаться земцы, да помогите им. Ну чё, а, ну это мы его взяли, я уже думал, что он типа хрень. Нел, типа. Армию его надо распинать, это что-то там, да, 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 это хорошо. Престиж, давайте сразу престиж тратить. Это что-то я смотрю, тут некоторые колонии дофига залежными себя считали. Угу. Некантилизм мне нравится. И чё? Мугабы. А, ну ожидаемо. Печально, но говорю, что поделаешь. Вы чё, этим варварам? Ну, у нас тут узаревший флот. Ну. Ладно. Так себе аргумент, но сойдет. Все. Угу, на подходе. А, кстати, ничего, встали, я про вас и забыл. Норвегия. Скатертью дорога. Мы с кем-нибудь еще заключим. У нас такая тема. Перемирие. Угу. Я вас что-нибудь заберу. Ну да. Вообще события довольно интересные. Давайте армию улучшать, а то мне что-то положение не нравится. Новую создавать я имею в виду. Раз. Два. Больше пока чуть-чуть не хватает. Блин, все забываю про эти земли. Лучше не забывать. Угу. Это будет печально. Вы что, проигрываете? По-моему, проиграет. Да, проиграет. Отступайте. Не критично, потерь у него больше. Что там переделали, Рачебур? Угу. А, крепость. Угу. Ну, неплохо, Тунис. Да пожалуйста. Виджинагар. Ой. Чё, тем более не у нас, кстати говоря. Ну они тут вытащат же. Ты должны. Ну, давайте, работайте. Угу. Все. Победили, но зато какой ценой. Эй! А когда там вторая армия оказалась? Одна сюда отступила на юг, а вторая такая... Чё? Хер поймёшь. Так, ладно, не страшно, шагу получили. 2-2-1, 5. Тропическая древесина, здорово. Угу, меньше рисков, значит, тут. Кукую. Пиздец название. И вас, Нгиро, дава.
Урджому покрасить вам. Есть шанс на это, есть. Так, ладно, ничего страшного. Печально, конечно, но еще раз, ничего страшного. Вы не хотите мир подписать, кстати, килл вам? Вы устали, я вижу. 62% уже, ну, блин. Киланская Южная Африка. Так, тут хорошо все. Хорошая новость. Чем мы стоим, кстати, тут? А, молодец, Австрия работает. Давайте двойное наступление. Главное не забывать работать. А то можно забыть и увлечься. Угу. Увлечься и забыть, точнее, правильно будет. И бом. Последняя ветка идей. Военное что-нибудь взять бы. Угу. Вот эту идею, наверное, брать не буду. Не, выполнять, точнее, ну да. Угу. Где вот такого лоха откопали? Угу. Ло-ло. Угу. Ну все. Кхмеры, мир будем подписывать. Красные кхмеры. А, кстати, да, товарищи. Полпота все дело, да? Клика полупота, дрочи до пота, да? Ну, джинзи бы этого. Так. Можно переименовать в данном контексте. Клику полупота, дрочи до пота. Нету еще товарищ 87, Йенгс и Йенга Сари. Нету. Еще нету. Генерал, чё хоть умираете? Чем там занимаетесь? Что постоянно дохните? Угу. Ну, шикарно. Шикарно. Это фигня все. Это опасное положение может быть. Но я не думаю, что оно будет. Оно может быть, но оно не будет. Да-да-да, помогите им. Бедным и несчастным. А! Клоны. Старая сказка и байка. Давайте еще одну армию. Стойте, стойте, стойте. Европу надо укрепить, а то что-то Европа пошатнулась. И мне это не очень нравится. Угу. Нам нужна новая максимальная армия. Уга. Сюда, сюда. Кстати говоря, что сделать? Сихуан. Здорово. Торговый угол. Дальше. Бидар. Хорошо, разбили. Идите, помогите им. Здесь находитесь. Взяли, здорово. Килл, ну давай, мир, ну подпиши мою петицию. Уважай мое право на существование. Хочешь, тварь. Куда он денется? Типа у них есть выбор, или типа их кто-то спрашивает. Хрена английская Вест-Индия ноет. Пошлину понизить, ну-ну. А надо ли? Нет. Принципиально до максимума надо добить. Здорово. Так, так. Кхмеры хотят выйти. Вы это хотите выйти, а мы хотим. Вы не хотите на наших условиях выходить. Так что нет. Мы не подпишем. Так, 26 там, по-моему, надо, да? Нет еще. Права человека. Молодцы, добивайте их армию. Ну все. Победа. Изи-пизи. Вина, Ваня, отлично. Отлично. Угу. Абсолютизм. Че, нигде понизить нельзя? Вообще не... А, мы же воюем отсюда. Привычка уже. Так, угу. Мергуи, здорово. Угу, и сюда давайте. Уга. Османа. Сосмана. Кстати, ЮФ в союзе сдали.
А у нас будет перемычка до сюда? Вот у них как-то хер поймешь, будет оно через нее проходить или нет. А мы сюда ж выходим, кто здесь? Си. Блада... Си, а. Братишки. Вторжение в Китай, здорово, союз с Маньчжурией. Где Маньчжурия? Вы видите, а, вот тут эта вот дрочь, это Маньчжурия. Ага. С Хасакава какой-нибудь союзик заключить бы. Маньчжурия... Ой. Маньчжурия, может быть, вас вообще кинет. Да, та кнопка. Кинет, конечно. Хорошая идея, кстати, мне нравится Китай раздербанить. То есть, по сути дела, я сажу... А кто император, кстати? Чонг Хуанг. Си, кстати. Нормально, идейка. Индейка, мне это нравится. Угу. Так, отлично, отлично, тут работаем. Ну, слушайте, мы опять с вами вновь на коне. Эта игра очень часто скачкообразно развивается, что либо все хреново, там слова погрубей, либо все прекрасно, тоже слова там погрубей. Тут нет какой-то золотой середины, что типа, да, вот как-то адекватно что-то, нет, это не та игра, нет, это такая же не та игра. Так, давайте сюда. Угу. Угу. Килла, ты не хочешь закончить? Это безумие, не хочет. Да и мы сами не скоро. А, нет, уже скоро. Угу. Так, наверное, быстрее мы с мирами подпишем мир. Хмеры тоже не хотят что-то. Ой. Кого это волнует? Хотите вы, не хотите? Вы подпишите, нравится вам это или нет. Блин! Долбаные лаги! Там должно пройти уже было. Гого заселили, здорово. Получили с вами провинцию Гого! 1-1-1-3, соль. Здорово. Кстати, отсюда-то звать. А, что мы Кюрасау забыли? Надо, конечно, надо. Можно, естественно. Гавань, хорошие земли. Мадада, здорово. Килла, может, все-таки подпишем мир? Я ничего личного и против тебя не имею. Просто отдай нам то, что принадлежит нам по праву. По праву сильного и великого. Сейчас прогнуться. Все. Все. Так, у нас с вами сколько есть? 81. Ну, понятное дело, это не влезет в этот лимит. Сколько нам надо? Там что, 30, около 39 аж. И он еще не согласен? Ты что, больной? А, это из-за битв. Это вас не спасет. Ага, здорово. Давайте в торговую. Угу. Сюды, сюды работают. Тут это пока что не наша земля. Нет, а подождите, это наш. А, все, достроили крепость, да-да-да. Тут же крепость мы улучшали. Хмеры, не хотите мир? Хмеры хотят, но хмеры могут и посидеть. Сколько там уже? Блин, оно просто в никуда уходит. Угу. Матч. Мы там освобождаем. Да, почти освободили. Молодцы. Угу. Сигнализация подходит, тоже хорошо. Ну да. Лаван. Здорово. Ванду. Здорово, здорово, здорово. Ну все, мы вас победили. А, ну да, ты же воюешь. Сильные фабрики, здорово. Национализация прошли, Кинга. Идею какую, админку. Улучшение отношений. Ну, в принципе, надо продать это. В принципе, это уже не особо актуально, вот это будет неплохо. И вот этот бонус будет неплохой. Угу. Все. Давайте, давайте, давайте. Все. Оккупировано полностью. Ну давайте я вам помогу, что вы тупите. Все, сразу свалили. Так, погодите, сейчас подпишем мир. Что нам надо? Что нам надо? Еще чуть-чуть. Ну, в принципе, уже сейчас подпишем. Та-да-дам! Давайте еще чуть-чуть. Стоп. Ага, переделали. Земельку. Это какая? Вот это. Угу. Гофторгово. Я создал. Так. Тут вроде... Тут мы вроде везде поработали, где можем. Ну да. Тут уже... Нет, еще не можем. Так, ну давайте здесь работать. Это не наш... Ну как? Сюда, короче. А тут работаем.
работаем. Кан-кан переделали. А, национализировали, в смысле. Так, давайте еще чуть-чуть. Та-да-дан, 57. Все, можем подписывать, скилловый мир. Ты что, охренела? Ты с кем-то воюешь, да? Сражаешься? Че это вот такие воодушевленные? А, это ты с... текущие бои. Ну, слушай, я могу тебе показать один бой, ты заткнешься. Чего хочешь тебе быстро доказать? Непонятно. Все. Хорошая новость. Относительно. Не, ну почему хорошая? Да-да-да. Все, подписываем. Подписываем, подписываем. Да, мир хорош. Подождите, может что-нибудь еще можем поприбрать? Нет, ничего не можем. Тут хорошие земли, видать. Ну, крепость, да, почему бы не взять. Хороший мир. Угу. Не самый лучший, может быть, но тем не менее. Та-на-даран-дан-дан. Здорово. Мы взорвали португальскую задуманную курозу, да, перемычку между этими землями иметь. То есть полностью от запада до востока контролировать эти земли. Ну да, только понять, как и другой может параллель шире, но это все тонкости производственного процесса. У нас есть почти вся южная Родезия, здорово. Короче, мы получили с вами следующие земли. Зимбабве, Зимбабве, да, Зимбабве, 2226, золото, крепость второго уровня. Дальше идем. Ибо, 49518, слоновая кость. Зизима 6-12-7-25 самоцветы. Богомойо 1-1-3 слоновая кость. Конечно же, Занзибар 2-4-1-7. Рабы, прибрежный торговый центр. Блин, так, дальше что-то у нас. Танга 2-2-2-6 слоновая кость. Мамбаса 5-7-2-14 слоновая кость, прибрежный торговый центр. Малинди. Или Малинди, Малинди. Малинди. 5-7-2-14 железо. Ламу 3-5-3, 11, слоновая кость. И Пате 4-8-3, 15, сукно. Угу. Надо было от Журана забрать. С кем ты? Осман. Блять, Осман, ну чё вы со всеми союзитесь? Тьфу. Кстати, тут можем доработать. Да можем-то можем. Надо у него вот эту землю забрать, чтобы перемычка была. Талантливый Кади. Так, у нас сейчас... Расширение 97. Так, с Лунды, да, подписать мир можно? Наверное, да. Да, национализация проходит. Это хорошо. Угу. Слайго. Молодцы, молодцы. Так, ну давайте. Давайте. Когда дипломат придет? Килва уже не та. Шамба. Ну, Ятру заселили. Получили с вами провинцию... Ну, я... А, ну, я Тура. 1-1-1. Три рабы. Да, ну, ты Тура. Если... Боюсь, не успеем. Ну, давайте попробуем. Печально будет. Войска вывести, конечно же. Угу. Так, дипломат. Ну, когда дипломат придет? Я мир хочу с ним подписать. Лунда. Пока просто посмотрим, что они хотят. По счету 23,6. Ну, жестковатенько. Лампула. Ну, в принципе, неплохо. 23,6. Ну, подождем, пока будет 23,6. Он уж будет, конечно же. А, национализировать можем. Не тормозим. Та-дам! Проснулся, блин. Угу. Здорово. 23,6 еще рановато. Хаккар переделали. Тоже хорошо. Го в торговую. Дераджат. Вот его уже в торговую нельзя. Ага. Ее переделали. Дальше давайте. Угу. Натиск наша моя на фетишизм, да? Угу. Ну, кстати, можно было бы сделать ачивку там какой-нибудь, я не знаю, религия Борес. Сделал так, чтобы исчезло там сколько-то религий, там 5-6. Первые две легко исчезают, это иудаизм в двух провинциях тут с имени и в Язде. Зороастризм, остальные уже посложнее, поинтереснее. Добиваться их. Уничтожение. Так, отлично. Ну давайте, чуть-чуть осталось. Чаю переделали, здорово. Стойте, стойте, стойте. Чая. Торговую го. Я создал.
Так, 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 можем вас уже пере... До какого хоть числа? Ноября. Смахали. Угу. Красава. Будем надеяться, что здесь уже... Да. Переживут. Отлично, вход-то... Сколько уже? Ну, уже можем подписывать, да, вроде как. 26 там вроде. А, нет, тогда еще не можем. Подождем. Воины сплочают. Есть какие-нибудь нелояльные вассалы? Ну, британская Колумбия, британская Мексика, английская Вест-Индия. Узбагуйтесь. Джейнагарский справится. Справится. Ога. Угу, все. Давайте, чуть-чуть осталось, давайте. Шамба. Шамбала. Ха-ха-ха. Так, давай, давай. Минь. Ничего страшного. В принципе, это... Стопите. Контролируемый процесс. 70. Ну, теперь-то уж точно можем, я думаю. Ну, да, 23. Да, да. Ну, мы и тогда могли. Ну, ладно, ничего страшного. Та-на-тан-тан-тан. Здорово, здорово, здорово. Все тут наше. Такс. Мы получили с вами следующие провинции. Рунд 9, 13, 13, 35. Слоновая кость. Пасу 2, 7, 3, 12. Специи. Колумдве 3, 2, 2, 7. Скот. Упемба 3, 4, 1, 8. Соль и луба 3, 4, 3, 10. Слеза и свободная торговля. Ну чё, Африку ослабили. Еще одна страна исчезла тут. Угу. Блин, Африка так эпично выглядит. Почти все в нас покрасят. Тушь все тоже круто. Твитланд. Мы, кстати, мир подписали. Что получили? Так, получили провинцию Наскапи 3418. Меха. Провинцию Найн 1113. Мех 6. Провинцию Форт Руперт 4217. Соль. И провинцию Муси Фэктори. Ха, фабрика Муса. Нормально. Кстати, надо бы передать претензии. Ньюфаундленд, Ньюфаундленд, Ньюфаундленд. Угу. 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 Дальше. Так, еще передать. Так, блин. Ньюфаундленд, забирай. Все земли у них нахрен позабираем. Угу. Надеюсь, у норвегов не признали. Надеюсь, вы их переделываете. Да, изгнали норвегов. А, нет, стоп. Нет, подождите, культурная же карта. Да, 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 культурная. Все хорошо. Блин. Переделайте эту культуру. Она вам не в тему. Тут они еще не... А, тут не заселили еще тупо. А тут меняют как раз таки. Молодцы. Молодцы. Угу. Ну что, теперь ждать. Так. Кхмеры. Сколько будет стоить мир? Дэвид Юм. Шотландец Дэвид Юм был один из самых выдающихся философов своего времени, который приобрел известность за его идеи эмпиризма и скептицизма. Огромное влияние на него оказали Исаак Ньютон и Джон Локк. Юм пытался объяснить разум и как приобретаются знания. Он заключил, что никакого знания нет, а есть только опыт. Ну да, поэтому эмпирист. Прекрасно, число админ очков у нас 10, престиж на 10 и инновационность на 1.50. Вот это круто. Хотя под конец игры это уже не так актуально, но все же. Все же. Все же, все же. Угу. Давайте новую армию мутить. Новые армии, новые походы, новые земли. Манята. Ну да, 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 ну да. 890. Скоро 1 миллион на полях будет. Раньше хотели это сделать, но вот эта тяжелая война шотландская нас просто вывела. Ну, в принципе, вас только здесь я держать смысла не вижу, хотя после того восстания. Но я не думаю, что мы допустим подобное. Сейчас мы более тщательно за этим следим. Как бы контролируя процесс. Давайте вас на границе. Вас сюда, подойдите одну армию хотя бы. Вас сюда. А тут уже есть. Ну ладно, пусть еще будет. Одной может быть мало.
О, двух точно хватит. Такс. Угу, простенький воин на халяву. Изи-пизи-гг. Хмера, что еще воюете? Чуть-чуть не хотите еще? 35%. Надо будет. А, у вас же восстания начались. Восстание ягнят. Ну, давайте. Размотаем. Типа... Британская Индия пеху... А, пух, напишите. Британская Индия так специально унизили. Вот прям на надписи и пеху здесь. Ну так просто пеху. Domination. Ну да. Трололо. Где-нибудь еще кого-нибудь унижаем тут? Пока нет. Пока нет. Надписями нет. Бородаш. Ага, отлично. Цивилизация прошли. Ох. Тут... А, нет, подождите. А чё, процесс... А чё меня так пугаете? Как-то странно, они выравнивались. Ну ладно. Что там по колонизациям? Где мы колонизируем? Здесь. Здесь уже все заселено. Здесь заселено. Здесь Кинга. Хе-хе. Давно уже. Зигуа. Зигуа. Шамба. Ну давайте из Шамбы сюда вот. Тавета. Угу. Угу. Идея военная. Стойте. А, и чё всё так лагает? Стойте, стойте. Мощь пехоты. Мощь кавалерии плюс здесь, давайте. Это будет круто. Марш, штуку уберите, он уже не нужен. Сейчас поиграемся. Значит, Бразилия и 13 колоний выясняют, кто из них. Британская Бразилия? Какой нахрен пограничный край... Какой нахрен пограничный конфликт? 13 колоний где? Где Бразилия? Какой нахрен пограничный конфликт? Вы чё, ебобо? Вот между ними я бы еще понял. Между ними, потому что все мы друг друга жрут. Ну это тупо. Ну ладно, британская Бразилия 47. А 13... Ну, сами разберетесь, буду такой хрень заниматься. Здесь это ни к чему. Мы не выиграем в любом случае. Так, отозвать эту армию куда-нибудь сюда. Угу. Еще один пограничный конфликт, да вы шутите? Мадурайские. Так, стоп, а Ютью переделали. Круто! Ков торговую. Тут теперь точно все. Так, так, так. Ага, уже работают. Сюда идите. Еще вас так много. Ну, что с ними? Так, Ахмадабад переделали. Ну да, здорово. Торговую. Сюда давайте. Побережье переделаем. Так, так, а что я хотел? Я много чего хотел. Мир подписать. С кмерами. Кинга, стойте, стойте, стойте. Восстание имени Стивена Кинга. Чё? Кинга нет тут восстаний. Подавили. А, ну да-да-да. А, наверное, когда они туда пришли. Ну да-да-да. Ой, Бенгалия. Кстати, у нас уже аж два торговца появились. Ну чё, у нас 24 торговли с торговца, вы вдумайтесь в эти цифры. У нас экономика просто имба. Мы все контролим. Угу. Можно хоть нанимать рекрутов и ими всеми хреначить ходить. Карагвай переделали. Здорово. Дугу давайте. Угу. Давайте, размотайте этих сепаров долбанных, вонючих. Долбанных и вонючих. Ога. Си. Си-си. Си-си. Мин. Угу. Еще у нас там терки. У нас там мало волнует. Давайте вот эти две проведите. Отлично. Сколько там надо, чтобы подписать? 35. А, тогда ладно. Подождем. Ну ничего, сейчас вот это про... А может уже хватит, кстати? Кстати, вполне вероятно, что да. Ладно, что там перерасчет не произошло, мы на 1/100 не так что-то сделали. Кто? Где? Давайте. Та-там! Джерад переделали. 63. Да вроде да, подходит. Джерад. А, дальше нет торговой компании. Так, ну что, подписываем мир тогда. Так, ну все, хмера.
35. Ну да, по очкам сходится все. И копеечку принципиально. Та-на-дан-дан-дан. Здорово, здорово. От Седа до Седа. Слушай, это эпично. Очень большая страна. Колонии хорошие. Так, сразу войну кидать будем. Си. Мы с кем в союзе с Дали. Дали, я еще не знаю, достанем Бенгалия в коалиции. Си будем или не будем? Вообще они... Ну, типа, им не так уж и важно. Так, ладно, мы получили с вами убедиться, что все хорошо. Все хорошо. Стойте. Кем вы себя возомнили? Не, а реально, кем вы себя возомнили? Мы получили с вами следующие земли. Чайяпхум, 2215, зерно. Харат, 275, 14, шелк. Дальше. Куханор Сурин. Что там? Куханор Сурин. 226, зерно. Стунг Тренг, 442, 10, зерно. Чампасак, 343, 10, чай. Саванх Накхоне, 365, 14, медь. Хуе. Все провинции говорят, что это за хуе? Ну да, хуе, 4, 5, 3, 12, благовоние, благовоние, хренвоние. Дальше, Хатинх, 2, 5, 2, 9, рыба, Тханх Хо, 2, 6, 2, 10, зерно, крепость второго уровня, и Хайпфонг, 5, 9, 3, 17, снасти, пусть я Red River. Ну да, Red River для Red Country. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Осталось с вами подписать. Осталось с вами мир подписать. Вас бы присоединить бы еще Анхру. То слишком много субъектов. Тоже не очень хорошо. Угу, могучий субъект. Тунис, ты всех там переделал. Почти. Последнюю ты хоть работаешь над ней? Не знаю, нет, походу. Отправить тебе, что ли, этого додика переработку. Так, ладно, с вами что... Ладно, ты что напишу. Сейчас коалицию кто-то вступит. Да давайте дипломата, твари. Переделали что-то. Подхвату переделали. Это где? А, вот. Угу. Так, отлично. Сколько? 36. Ой, это прикольно. Такс. И еще что-то. А, мы не отправили. Посмотрели, но не отправили. Так, стоп, 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 стоп. Ну, давайте сюда. Кингу заселили. Мы получили с вами провинцию Кинга. 1-1-1-3. Слоновая кость. Довольно неплохой товар. Это здорово. ЮЭ. ЮЭ. Тиампа. Вы чё, хрень? В шоп у вас. Вам никогда не поедет наши миролюбивые политики. Ну это вообще не у нас восстание. Ну, давайте прогуляемся. Так. Угу. Сколько стоит по счету забрать вас? Та-на-та-ра-та-ра-та-рам, 16% всего лишь. Снимай претензии с моих земель. Нормально. А с этих двух можете не снимать. Угу. Все, геноцид ирландцев завершен? Нет, скоро будет. Ну да, культурный геноцид, скажем так. Так, ну что, ну что, ну что, ну что, ну жду, ну жду, ну жду, ну жду, ну жду, жду. Мир пока подписывать не будем. А вот армию клепать я буду всегда, пока лимит не забью тупо. Нас должны бояться. Зигуа заселили. Не только Зигу, по-моему. Нет, только Зигу. Получили провинцию Зигуа. 1-1-1-3. Слоновая кость. Бегом на форсе. Он бесплатен. Угу. Такс. Ай-ай-ай-ай-ай, что за проседание? Кстати, можем отозвать. Оттуда уже смысла нет. А где у нас колонисты? Тавета, Куико. А, в Тавету, Куико и Кюрасава. Тавет, это сюда. Сюда надо отправить. Тут надо работать везде. Сюда надо. Так, стоп. Кюрасау, вы сами разберетесь. Я полагаю.
Та, ну давайте. Дальше сюда и сюда. Угу. Угу. Так, так. Мухамве заселили, здорово. 2226, скот. Только он пришел, тип. Все, место кончилось. Последние закрома остаются. Ну, не последние, предпоследние, скажем так. У меня в три части выходит это, как правило, как вы знаете. Так, пока еще время терпит. Подождите, я сюда, сюда и сюда. Ну да, здорово. Угу. Потом останется сюда. У них отожать вот эту землю. Дипломат еще сидит. А, в Норвегии тусуется. Это здорово, что он там тусуется. Угу. Сюда достанет. Возможно, сейчас попробуем. Ньюфаундленд. Нужна тебе претензия? Я дам. Да, достанет, здорово. И сюда-то. А, сюда еще не хватает. Ну все, Винланд можем ликвидировать, когда перемирие закончится. Тут тоже надо работать. Мы пока не можем передать, к сожалению, 13 колониям. Хотя почему не можем, я не знаю. Тут-то как бы достает, это ж ваше. Так, 13 колоний, 13 колоний, 13 колоний, ты где? 13 колоний, не хотят. Не хотят, не хотят. Ну как хотят, что могу сказать? Буду напрашиваться, что ли? Топить хотят, чё? Не хотят, топить хотят. Хм, какой ужас. Так, сколько еще? Давайте. Давайте, быстрее, нельзя никак. Да чё, замахали? Какие-то вы наглые. Фу-фу-фу такими быть. Фу-фу-фу. Ой. Вообще насрать. Чё, Рига? Рига ещё существует. Нихрена. Чё, Россию долбят? И она нас даже не призывает. А чё за война? Нормально. Богемско-Черниговская. Чернигов ещё существует? Я охреневаю. Рига существует. Да вообще тут в Европе пипец полный. Коалиция, умри. Раз, два, три. Коалиция, умри. Весь мир против нас в коалиции. Нормально. Вот это и бодрочи, когда перемирие закончится, не слить бы. Мивар. Независимость гарантируется, Россия. Ты чё? Ты чё-то попутала, Россия? Ну, типа, это не против нас. Не-не-не, наверное, это против... А кто еще? Против Персии, наверное, это, да? Угу, это против... Не-не-не, это не против вас, это против Ирана. Смешно. Азаза. Это просто уже наглость. Нас Россия рвать когти скоро. На Россию поход мощный. Ну, а что тут армию собрать, прогуляться? Мне нужна от них только Рига. Кстати, может, Ригу они отдадут? Кстати, может, это не хорошо, а... Не знаю. Дугу переделали, здорово. Дальше давайте. Угу. Отлично. Ганданская. Руанская. Руанда, Бурунди. Руанда, Бугунди. Еще какая-то страна там. Ну, тут две страны. Там тут все геноцид, бла-бла-бла, все дела. Ну, да. А, Борода. Бороду переделали. Круто. Гов торговый я создал. Тут работают. Сюда гол. Ну, землю хоть переделывайте. Да, потихонечку. Хорошо. Все, национализируем уже все. Теперь тупо ждать. А нет, не все еще. Теперь точно все, да? Теперь да. Блин, ну это долго. Угу. Си. 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 Сиси. Так. Сахар. Ну, ожидаемо. Сурат переделали. Тоже здорово. Вообще мог бы выпустить не сахар, а какая-нибудь рыба. Хрениба. Так. Ага. Долбанная амиба. Чё? Гавса. Угу. Что не надо присоединять? Ну а как же против? Вообще-то надо бы против Марокко поработать. Да, конечно. Что-то вы все какие-то нелояльные. Стоп, 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 стоп. Специально тут вообще нах... Самбалур. Самбалапур.
блин, ну как не вовремя. Самбалапур, что за провинция? Ну вообще-то она больше наша, чем ваша. Ну просто как бы от нее. Ну, в принципе, не должно быть много сверхрешений от однопровки-то. Вот, допустим, Зимбабве у нас с развитием 6,1%. Так что да, давайте заберем, это не проблем будет. Тан. Мы получили с вами провинцию Самбалпур. 3-1-1-5. Хлопак! Сразу в торговую кидаем. Опасно! Сейчас начнется. Сейчас все начнется. И закончится. Но в канкан. Хорошо. Дальше идите. По-любому диверсия от наших врагов была. Типа, предложите им забрать землю. О, давайте. Со всеми последующими утекающими. Чё-чё-чё, забрала Рига? Да, Рига забрала Ригу. Какой ужас. Ну, главное, что там теперь нет столицы. Они же обратно переносить не будут. Да и не должны, по идее. Да! То есть мы можем как бы ее угрозой забрать. Если они отдадут ее. Хотя воевать с коалицией такое себе удовольствие. Ну, как крайний вариант рассматриваем и это. Вообще заканчивать часть я хотел. Да, было дело такое. Сейчас. Новая армия. Все сортич. Цейлонцы. Цейлонцы. Размотайте их. Да. А! Угу. Ну все. Долго ждать еще. Гоумир подписывать я создал. Долго еще. Лунданские. Лунданские. Откуда вот? Когда из трех раз. Так. Мадам Тюссо. С момента прибытия в страну Мария Тюссо путешествовала со своей коллекцией восковых фигур. В том числе... И таких знаменитых личностей, как Людовик XVI, Мария Антуанетта, Марат и Робеспьер. Мария родилась в Страсбурге, а через два месяца после смерти отца они с матерью переехали в Берн. Ее мать стала экономкой у доктора Филиппа Куритиуса. Доктор занимался изготовлением восковых фигур и обучил Марию этому искусству, обнаружив ее талант к работе с воском. Первой работой Марии стала скульптура Вольтера. Хотя мы не можем проверить правдивость ее слов, но мадам Тюссо утверждает, что обучала скульптуре Елизавету, сестру короля Людовика XVI, что определенно свидетельствует о покровительстве ей со стороны королевской семьи. Ходят слухи, что Мария Тюссо посещает больницы в поисках наиболее живописных голов, и эти слухи могут быть оправданы. Правдиво. Известно, что ее приглашали делать посмертные маски жертв революции. Пригласить ко двору или заслуживаю интерес. Необычно заслушать интерес. Да, необычно заслушать интерес, чтобы 50 очков не взять. Все остальное меня тут мало волнует сейчас. Норвегия. Еще там Норвегия. Новая Норвегия. А, ну конечно. Тарас, колонии, возьми претензию. 13 колоний, 13 колоний, 13 колоний. Дарим. Чистое сердце. Как говорится. Угу. Рунд. Рунд. Давайте. Хочу мир подписать. Шамбу заселили. Здорово. Шамба. Получили провинцию Шамба. 1-1-1-3, скот. Так, это мы сюда прибыли уже. Да, Тана. Сюда еще идет, сейчас придет. Да, здорово. Ну да, вылет эпично крайне. Угу. И один где-то еще ошивается. Здесь, в Тавете. Идите сюда. Или сюда. Да какая разница, все будет нашим. Идите сюда. Заизолировать тут перемычку, кстати, сделать. Это выгодно. Ну, коры переделали. Круто, 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 круто. Дорабатывайте тут. Угу. Так, борьба с фетишизмом идет полным ходом. Сейчас, быстро, это быстро будет. Хочу подписать мир, чтобы не останавливать здесь геморрой на прошлой... ЧЕГО?! Вы долбаные дегенераты, вы еще и насмерть... Ёб твою. Ой, какой ужас. Как они, блядь, это могли сделать? Там-то армия была, серьезно. Ну вы да... Блядь.
И сейчас тут еще победят. Хорошая новость. Все, успокоились, хорошо. Фух. Может, пока сбавить обороты? Ну, не знаю. Острее. Союзить. А с кого не придется копироваться? Хрена ли ты с ним в союзе? Чаул переделали. Здорово, чаул, 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 чаул. Го в торговую. Дальше. 200. Хоть что-то взять бы. Может, может что-то построить ценное? Ха-ха, построить ценное, ага. Для армии. Ничего интересного. Даже по 500 мы все построили. Все, хватит. Хоть куда-то эти деньги выкинуть. Мы проиграли, ну вы вообще меня разочаровываете. Ну давайте. Где можем сов канкан? Здорово, южный канкан. Угу. Дальше тут работают, сюда идите. Величие, желание свободы. Давайте уменьшим. Правда, это мало чем, наверное, поможет. Учитывая, на каком континенте находимся мы. Угу. Вот про банхай. Идея. Да, давайте прочность, хотя... Ну, давайте возьмем. На самой прочности кораблей сейчас мало, что нам... Все, уж язык заплетается. Сама прочность кораблей сейчас нам на самом-то деле мало чем поможет. Угу. Нам бы сейчас на акцент на сухопутные войска. Морские у нас все, место кончает за последние штрихи. Последние штрихи. Так, 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 789. 413. Один империал замутите. Че, моряков не даст? А сколько надо, вы могли бы написать. Максимум 64 тысячи. Ладно. Хрен с вами. Так, да, национализация прошла, дождались. Сдались, дождались. 86, там не хватит. Сколько там мы смотрели? Сколько, сколько? А, нет, 16, хватит, хватит, хватит. Подписываем. Нет, подождите, 86. Да, хватит. Да. Та-р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 а-
Пензенцы и стерли страну Пегу. Сухотай 10-6-3, 19-4-4. Дальше. Пробанк 5-7-3, 15. Тропическая древесина и фистанулок. Фистанулок. Ну, как-то так. 7-4-4, 15, скот, фистанулок. Ога, вроде ничего не забыли. Все, война закончена. Но я хочу... дипломата. Нет, ну давайте чуть-чуть подождем. Сейчас дипломат вернется. Я хочу попробовать Садалем афёру. Вы ёбнутые? Вы ёбнутые, я говорю? Вы, блядь! Вы чё, больные? Долбаный рот этих дегенератов! Да вы чё, охренели? Вы чё, больные? Вы чё, ебубо совсем, что ли? Какая нахуй... Вы чего? Я не хочу, я не буду с вами воевать. Идите вы в сраку. Кто нам лояльно сохранил? Британская Колумбия, Луизиана, Перу, Ньюфаундленд, Австралия, 13 колоний. 13 колоний? США, ты чё? 13 колоний, я война за независимость. Я не буду с вами воевать, вы мне нахрен не нужны. Нет, я отказываюсь. Ах, в жопу. Хотят на заложности, пусть берут. Мне это нахрен не надо. Они никому не нужны. Так, ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Бацкий. И мы сегодня с вами вновь продолжали играть прекрасную, интересную, ну и, конечно же, замечательную. Блин, эти мудаки ждали, пока мы подпишем мир и объявили войну. Ну же ж, сволочи. Ну ладно, размотаем Арагон, зато похороним. Кстати говоря, но это в следующей части будем. Игру по заданиям Европы 64, это была у нас уже с вами какая 34-я, я так полагаю, часть прохождения за Великобританию, чего мы с вами достигли. Первое, мы ликвидировали Лунду. Второе, мы очень сильно потеснили Килу. Третье, продолжили колонизировать Африку. Четвертое, мы с вами размотали Пегу и Хмер. Кстати, Хмеры исчезли, US остались только, да?
Ну, если нравится, то как-то так. Ну, в принципе, от этой войны можно тоже пользу извлечь, я полагаю. Арагон потеснить. Не по выгодным условиям, но все же. Плюс эти мудаки заткнутся, а то что-то они охренели. Колония что-то слишком сильными становится, это не очень хорошо. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баский, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!